Друзья, всем привет! Короче, вот новое видео в новом 2020 году. Вот, встретил я Новый год классно, вообще офигенно. Но мы с моей девушкой где-то сидели до 5 утра. Вот, встречали Новый год, там девушка пила шампанское, я колу пил, мы кушали. То, что у меня было на столе, вы видели. Вот, именно я вообще объелся, и у нас еще много еды осталось. И вот сегодня у нас 3 января 2020 года. Вот, и еще до сих пор там еда осталась. Ну, давайте даже вам покажу, что осталось тут еще. Там уже чуть-чуть осталось, конечно, но... Короче, ну вот, немножко салата, бутылка колы, мидии вот остались. Вот всякая вот сыр, колбаса. Мясо копченое. Вот тут еще у нас, смотрите, чего осталось. Еще вот такая рыбка осталась. Зая, а ты хочешь, тут еще у нас рыба форель порежем? Я помню, я уже не могу. Ну, покушаем, давай. Я не могу. Ну, потом захочешь, вот, короче, еще. Видите, форель вот осталась, короче, еще. Колбаса. Вот еще колбаса осталась, короче. Крабовое мясо вот такое вот осталось, мандаринчики. Вот, еще бутылка целая мартини. Чуть-чуть моя подруга выпила. Вот, короче, еще есть что покушать. Вот. Новый год, в общем, мы встретили нормально, друзья. Вот, 1 и 2 числа я не записывал видео, ну вы сами понимаете, потому что праздники, хочется иногда и как бы отдохнуть от всего этого, да, там. Просто покушать, полежать на диванчике, телек посмотреть, с девушкой пообщаться. Вот, а сегодня уже, думаю, это все-таки 2 дня не записывал видосы. Надо записать вам, рассказать немножко, как у меня дела. В общем, друзья, встретил я Новый год вообще клево, ну, вообще отлично. Вот. Очень хорошо, мне понравилось, короче, запомнится надолго. Ладно, друзья, это такое коротенькое видео, чтобы держать вас в курсе событий, там рассказать немножко новостей о себе. Спасибо вам, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на мой канал. Счастья вам, здоровья, успехов, ну и всего-всего самого наилучшего. Все, друзья, всем счастливо, всем пока, увидимся.